Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о измельчителях веток бюджетного класса, а точнее о одной характеристике, которая вызывает, несколько вопросов. Речь пойдет о вот этой характеристике. Максимальный диаметр веток, который может, грубо говоря, перемолоть данный измельчитель, заявлено, как правило, 40 мм. Но вот так ли это? Может ли он работать с такими ветками? Но тут как бы вопрос. Вот, дорогие друзья, это тоже измельчитель веток бюджетного класса. Его цена в районе 11,5 тысяч рублей. А, кстати, вот этот зубр где-то в районе 15 тысяч рублей. И знаете что? А они-то по характеристикам одинаковые. То есть 2,5 киловатта здесь и там. И здесь он тоже, представьте себе, может грызть ветку диаметром до 4 сантиметров. Ну вы сами же видите, какие 4 сантиметра? Он сейчас на месте от полученных знаний просто скончается. Ну не будет он грызть такие ветки, понимаете? Поэтому если вы надумали взять себе измельчитель и смотрите что-то в районе там 10 тысяч рублей, на характеристики можете даже не смотреть, потому что их надо немножечко ронять. Наверное, так раза в два. Чему же я все это дело вам рассказываю? Дорогие друзья, дело в том, что город у нас небольшой, и все как бы стараются друг с другом как-то контактировать. То есть большинство клиентов либо постоянных, или кто-то знакомый, знакомый знакомого и так далее. То есть вот таких вот клиентов очень-очень много. И этим товарищам хотелось бы, продавать нормальные вещи. Я сейчас не говорю, что, допустим, измельчитель зубр плохой. Измельчитель обалденный. У него есть еще одна модель, чуть-чуть мощнее. Она до 20 тысяч, по-моему, стоит, но тоже очень даже неплохая. Дело в том, что я продаю эти измельчители, и клиент мне через там пару дней звонит, говорит, Толь, все нормально, вроде как работает, но есть один нюансик, это вот с диаметром веток. Вот у меня, допустим, вот четверку вообще не хочет, допустим, грызть, а вот где-то вот 3,3, там 2,9 вроде как нормально идет. Но чуть потолще веточку начинаешь засовывать в измельчитель, и он начинает задыхаться, ему становится плохо. И это не единичный случай, мне много людей об этом прямо говорили. Поэтому я выработал как бы другую схему продажи данных измельчителей. Я просто прямо людям говорю, что вот этой характеристике верить просто нельзя. И вы знаете, продажи от этого не упали. Они как вот продавались, так и продаются, так как измельчители хорошие. Но вот с этой характеристикой вот может остаться у людей осадочек, если они как бы не в курсе этого дела. Поэтому до, там, грубо говоря, 3,3 диаметр ветки, я думаю, он будет грызть без каких-либо вопросов. Если вам нужна вот четверка, вот вы уперлись, надо вот толстые ветки, я не советую рассматривать данные измельчители. Ищите что-то мощнее. Это я вам точно могу сказать. А вот это вообще рассматривать не надо. То есть сэкономите, расстроитесь, он мало того, что ветки жрать не будет, и сломается, скорее всего. Несмотря на то, что есть сервис, ребята, осадочек от этого у вас точно останется. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр и удачных вам покупок.